С нами просто обошлись как с мясом. Но это неправильно. Мы же люди тоже все. У нас мы работали, раскатывали эту фирму, а сейчас мы стали не нужны, как только стали открывать рты свои. Но это неправильно. В Балакове таксисты, которые работают в фирме «Максим», устроили забастовку. Большая часть из них не вышли сегодня на маршрут. В погоне за клиентами их диспетчерская служба стала устанавливать слишком низкие тарифы, и водителям остаются в буквальном смысле копеечные заработки. 75 рублей и по минимуму 10% комиссию. Вот, 75 минус 7,5 рублей, там остается 68 рублей, грубо. Из этих 68 ты приезжаешь, ждешь человека порядка 5 минут, то есть тратишь бензин на то, чтобы к нему приехать, подождать, это порядка, наверное... Ну, грамм 700-800 бензин. Да, около литра, 30-40 рублей ты с него сжигаешь. Вот, и того у тебя остается 30 рублей. Минус тебе надо поменять, ну, отложить на машину на расходники, на какие-то там, поменять масло, где-то что-то по ходовке подделать, то есть надо что-то отложить, и еще плюс к этому нужно принести что-то в семью и самому покушать. И то есть получается, сейчас у нас просто нету средств к существованию. Вроде работаешь, вроде заработал ты эту 1000 рублей, пошел заправился, у тебя ничего не осталось. Если другие фирмы такси оставляют тарифы на одном уровне, а некоторые, к примеру, Яндекс.Такси даже доплачивают водителям, то здесь решили поступить проще. Не хочешь работать с малой прибылью? Давай, до свидания. До сегодняшнего дня работало примерно 30 машин. Ну, в ночь чуть меньше, в день чуть больше. Сейчас-то в связи вот с нашей акцией где-то в смене 10-15 машин сейчас находится. За один день из такси «Максим» уволили более 10 человек. Без объяснения причины. Сами водители узнали об этом просто. Чтобы выйти на маршрут, им необходимо подключиться к системе диспетчерской службы. Но сделать многим этого не удалось. Доступ к приложению им запретили. Чтобы узнать причину увольнения, таксисты отправились в офис фирмы. Мы когда в самом начале, когда появилось здесь такси «Максим», мы вас раскатывали на нормальных машинах. Клиенты... То есть вы нас могли уволить, если клиенты пожаловались или что-то. На меня ни одной жалобы. Во-первых, я вас уволить не могли, потому что мы у вас не работали. У вас никто не работал. С вами просто было заключено сотрудничество. А вы сами выполняли заказы и, соответственно, нет, я понял. Как индивидуальный предприниматель занимались предпринимательской деятельностью. Ну, как это понять-то? Многие водители работают в такси «Максим» несколько лет, а оказалось, что и не трудились там вовсе. Сейчас нам в офисе сказали, что мы нам оказывают диспетчерские услуги, и что мы, ну, не, что она фирма не такси. Но тогда по всем законодательствам они не имеют права устанавливать расценки и заставлять нас ездить по их расценкам, которые их устраивают. У каждого увольного водителя хорошая репутация. Многие балаковцы доверяли такси «Максим» именно из-за того, что в фирме работают настоящие профессионалы. А что будет дальше, размышляют таксисты. Мы считаемся профессионалами, мы весь город знаем от и до. Мы ездим, ну, также к людям очень быстро подъезжаем. Людям же неохота в такую погоду стоять возле подъезда и ждать. Мы подъезжаем быстро. Сейчас вот профессионалов поувольняют они, наберут людей, которые там с близлежащих деревень, которые города не знают, у которых машины, ну, не соответствуют, так скажем, работать в такси. И что получится? Это опять же в первую очередь будут страдать просто граждане, которые с детьми там едут в больницу или куда-то, на работу опаздывают в конце концов. Требования, которые предъявляют водители руководству диспетчерской службы, просты. Мы не просим делать заоблачные, сравнять тарифы со всеми такси, которые у нас есть в городе. Как бы, это единственное наше требование. Восстановить всех водителей, которые были уволены. Мы будем следить за развитием событий.